Уважаемые друзья, огромное вам спасибо за то, что вы активны. Если бы не наши уличные мероприятия, если бы не позиция нашей фракции КПРФ Государственной Думы, если бы не позиция всех наших сторонников, не было бы никаких поправок к первому чтению, не было. Они уже вынуждены смотреть и возвращать деньги, большие деньги населению, чтобы смягчить эту реформу. Это уже ваша победа! Это наша победа! Понимание, что улица работает! Спасибо вам за это! Но борьба продолжается! Первое чтение – это еще не закон! В ближайшее время будет второе чтение в Госдуме! Сразу приглашаю вас также прийти, как сегодня, к Государственной Думе в день рассмотрения во второго чтения. Придем! Далее, если они с ума не сошли и примут его во втором чтении, и в третьем, будет еще Совет Федерации. Совет Федерации тоже надо пикетировать и провести там митинги. Придем к стенам Совета Федерации. А если они совсем с ума не сойдут, сойдут, то есть, сюда с ума сойдут и примут, тогда подписывает закон президент России Путин. Я приглашаю, мы приглашаем вас к стенам администрации президента и Кремля все прийти и заставить Путина наложить вето на этот закон. Придем! Это план действия! Наш план действия! Но сегодня я должен констатировать, к сожалению, Путин, как президент, поддержал эту людоедскую реформу. Медведев ее внес. Депутаты Госдумы от «Единой России» проголосовали ее в первом чтении. Губернаторы на местах от Путина и «Единой России» поддержали проект решения. Вот та сила, которая движет и навязывает нам этот антинародный закон. Запомним их. Зло всегда возвращается. Это зло, которое они навязывают народу, вернется к ним нелюбовью. Абсолютно так. И сегодня я хочу открыто и гласно, чтобы они все услышали, сказать, те, кто поддержал людоедскую реформу, всем позор. И по очереди скажем, пожалуй, громко, Путину президенту позор, Медведеву премьер-министру позор, депутатам Единой России, поддержавшим этот антинародный закон, позор. Губернаторам, которые поддержали этот закон, позор!